В Ереване с утра 2 мая продолжились акции протеста граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие перекрывают улицы. Заблокированы 14 улиц, пишут армянские СМИ. Интерфакс передает, что армянская оппозиция перекрыла основные проспекты и улицы в центре Еревана. По информации агентства, полиция пытается разблокировать улицы и задерживает активистов. В некоторых местах прибывшие полицейские уже вытеснили протестующих с проезжей части и убрали блокирующие автомобили. Группы протестующих оставляют свои машины прямо на проезжей части и идут блокировать другие улицы. По заявлению оппозиции, с утра понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения. Будут блокированы улицы и магистрали. Планируется полностью остановить транспортное движение в центре Еревана. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.